Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня мы будем рассматривать один лайфхак. В общем, решил замутить котлеты. Фарш там, кастрюля. Ну, в кастрюле у меня там уже одна готовая морковка, но... Короче говоря, к гарниру мне нужно морковку замутить. Но она выглядит как-то не очень, да. Ее тяжело чистить, когда она мягкая. Обычно делают как? Варят, и затем ее начинают там скоблить. Я же сделал проще. Кидаю в морозилку. Берем, а потом она чистится за милое дело без потери веса, который у вас бывает, когда она мягкая, и вы начинаете ее чистить уже вареной. Вот такая тема. Век живи, век учись. Голь на выдумку хитра. Ну, бывает, что морковку, допустим, голимую продадут вам в магазине. Вы там, я не знаю, ну времени у вас вообще не было. И вы суровыми зимними вечерами достаете свою морковку из холодильника, морозилки, вернее. Так, надо убрать, чтобы зеленой не было фигни. О! А она у вас вполне еще употребляема. В общем, такая тема. Кому интересно было, ставьте лайк. Подписка приветствуется, репосты тоже. Так что, мужики, держитесь. Лайфхак — нужная вещь. Я как вам опытный человек могу сказать. В общем, всем всего хорошего. Это был Джедай. Пока.